Фёдор Достоевский. Отрывок из романа «Белые ночи. История Настеньки». Есть у меня старая бабушка, я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать, и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя. Когда мне было 15 лет, а теперь мне 17, учиться мы закончили. Вот в это время я и нашалила. Уж что я сделала, я вам не скажу. Довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, за мной она не усмотрит. Взяла булавку и пришпилила мое платье к своему. Да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Одним словом, в первое время отойти никак было нельзя. И работай, и читай, и учись, все подле бабушки. Я была пробовала схитрить один раз и уговорила сесть на мое место Фёклу. Фёкла — наша домработница, она глухая. Фёкла села вместо меня. Бабушка в это время заснула в креслах, а я отправилась недалеко к подруге. Ну, худо и кончилось. Бабушка без меня проснулась и о чем-то спросила, думая, что я все еще сижу смирно на месте. Фёкла-то видит, что бабушка спрашивает, а сама не слышит, про что. Думала, что ей сделать, отстегнула булавку, да и пустилась бежать.